Всем привет, с вами Настя. В этом видео я расскажу вам, как разнообразить дизайн уже имеющейся мебели в Sims 4. Напоминаю, что перед каждым строительством я ввожу коды. Начну с самого популярного приема, который я использую при создании новой мебели. Чтобы сделать новый книжный шкаф, нужно взять обычные настенные полки и разместить их на стене. Так как это настенное украшение, то стенку на время удаляем, чтобы доска к ней не цеплялась. А для вертикальных стенок взять украшение, деревянный брусок мистера Холди. Размещаем все доски так, как нам нужно, и достраиваем стенку. Чтобы украсить спинки кровати, можно использовать самые разные предметы. Например, взять садовую скамейку с резной спинкой и совместить с кроватью. Или разместить шторы таким образом, чтобы получился балдахин. В Sims 4 не очень большой выбор каминов, поэтому их тоже можно украсить подручными средствами. Например, разместить вверху настенную резную полку или поднять камин, а образовавшийся зазор заделать вот такими сиденьями. На этом все, с вами была Настя. Пока!